надо ехать вот сюда. Я совершенно забыл, ё-моё. Ну да, вот это важно, потому что, друзья, в этой музыке я. И так я отправлялся в 17-м году. И, кстати, сейчас через Саранск пишет всего 14 часов. Так мы и поедем. Улица Гагарина. Там я в присутствии таксиста, как говорится, особо... Ну, я еще неопытный блогер, во всю глотку не вещал. Это улица детства моей мамы. Ну что, блин, доедем, что ли, до 89-го дома? Покажем. От 14-й туда ехать, не знаю сколько. Ну, давай доедем. Что тут прямо-то проехать? Какой хрен знает сколько? Совсем не хрен знает сколько. Сейчас мы, значит, прямо едем, и я вам покажу, где жила моя мама. Легендарная Гагарина 89. Как закон творчества. Покажу себе, покажу и аудитории.